Давайте посмотрим на ТПО Селигерскую сегодня, 6 марта 2022 года. Вот так выглядит транспортно-пересадочный узел, строящийся в Бескудниковском районе. А здесь район Западный Дегунино. Между нами Коровинское шоссе. Вот такое место на севере города Москвы, столицы. Вот так выглядит транспортно-пересадочный узел. Не вижу я больших изменений с декабря месяца. Вот так интересно смотрится с этой стороны. Вот с этой стороны будут выезжать машины. И с этой дороги, и с Дмитровского шоссе. Там Дмитровское шоссе, да. Федеральная трасса. Здесь местная дорога. Ну да, и с той, и с другой, и с этой стороны будут выезжать и выезжать машины, автобусы. Здесь автовокзал еще будет. Ну, уже строится вот с этого крыла, с этой стороны. А здесь большие торговые центры, предполагается. Здесь гостиница «Метрополитена» и метро «Дверь в дверь» с гостиницей. Станция метро «Селигерская». Открыто 22 марта 2018 года. В этом году 4 года. Посмотрим, что рядом. Рядом дома по реновации. Один дом, вот второй дом. Там далее третий дом уже готов. И четвертый строится. Пятиэтажные пока стоят. Но этот уже переселен, и вот этот переселяется, дом пятиэтажный. Видела уже без света в вечернее время, значит, переселяется. Так выглядит это место рядом с ТПУ Селигерского. Четырехэтажное здание. С этой стороны уже 4, да? 1, 2, 3, 4. Четвертый возводится, последний этаж. Ну, а здесь еще с той, с другой стороны по этажу. Четыре крана работают. Да, вот так выглядит. Стройка откроется на ТПО откроется в 2023 году. Обещают в том году, в 23-м, все закончить и открыться для людей. Да, хорошо. Сегодня 6 марта 2022 года. Снимаю.